Алло. Здорово, алло. Гоша. Алло, Гоша, привет. Слушай, привет. Тут очень важное собрание. Макс тебе хотел очень кое-что важное сказать. Ты кикнут нахуй. Мы решили все. Гоша, не слушай их. Пойдешь с нами в свою игру? Бля, я в кубы. Вот это переход, блядь. Я в кубы что-то, блядь, поиграть хочу. Да, блядь, давай. Гоша, у тебя ж кубы там мир стопорится, пока это. Пока ты не заходишь, а мы-то не стопоримся. Часики-то тикают. Конечно. Какие жизненные. Ну да, жизненные. А если там какой-нибудь Элиас или Куднеймс? Не. А если, не знаю, в GTRP поехать подрифтить? Нет, точно нет. Блять, нихуя себе. У Си с Элиасом больше шансов. Погоди, сейчас, мне кажется, на улице плюс 30 стало. Сайз говорит, блять, нет на РП. Ладно, давай так, ты сейчас угадаешь, из какой игры этот звук, и мы тебя отпустим с миром. Это... Я не помню. Ну, значит, надо играть. Придется играть. Да ну нет. Придется играть. Ну все честно. Но. Ты знаешь, Гоша, с Максимом нельзя спорить, блядь. Да! Нихуя себе. Было дело. А почему? Ты просто не хочешь? Да-да, я просто не хочу, реально. Не знаю. Ну, что, ну если не мозговая активность, у меня это. Так у нас же паки для тупых. Мы что, думаешь, для умных, блядь, берем? Я уже посидел тогда на 3 часа, или сколько бы там сидели. А если бы мы пошли играть не в свою игру, а в Кахут, где 20 вопросов и предлагаю 4 варианта ответа под веселую музыку. А сколько у тебя паков, кстати, осталось, Макс? На Кахут? Да. Блять, очень много. А ты еще делал? Просто у тебя тогда 4, я помню, было, ты говорил. Уже больше. А-а-а. Может, гов будешь делать, а не паки на Кахут? Нет. Так а что, у вас людей не хватает? Да, вопрос говом закрыт. Так нет, ну не то, что не хватает людей, но мы же чем больше соберемся, тем круче будет. Я, блядь, а ты Руза не хочешь позвать, кстати, Миш? А он не дома, он же на работе. Все, давай, а в Талисман бы ты пошел, НСС? Так я не играл ни разу. А, кстати, а Сандей, погоди, а Сандею писали? Сандей сегодня минус. Я сейчас приду. Гош, не хочешь, как хочешь, давай тогда, удачки в Майнкрафте. Это все? То есть Руза, который, блядь, до сих пор на работе, не лох. Это был предлог просто тебя звонить. Это был, ну это, я понял. Типа был план такой, что мы говорим, ты кикнут, ты такой, нет, не надо, ребята. Мы такие, ну ладно, только я свою игру сыграй. Я согласен на все, что угодно, и такие, ну тогда надо. Ну да, я такой, ну, пронесло, легко отделался. Да я что-то, блядь, залип в эту хуйню механическую. Ладно, у нас пошел пак, все, не мешай. Так вот. Блядь, ладно. Нет, так, нет, Инсай, может, ты зайдешь просто на последнем вагоне, а? Куда? Да не, я не хочу. Ну, тогда ладно. Давай. Кому колеса продавал? А ты какой мод играешь или мод? Райан Гослинг. Это Create называется. Ну, удачно. Креатинга. Мунирс авто. Я у Инсайза спрашивал. А, да? Так вот, у меня просто Сандей в чате писал, типа, он пришел, написал привет, и мне кажется, он подал знак. Сандею? Да. Ну давай позвоним. Он позвонишь. Сказал привет, но не пришел в TeamSpeak. Позвонишь? Позвони. Мы недостаточно хороши для него. Хорош. Где? Кто там? Это так, я ладно, я трубку повесил. Кто давай, Гоша. Давай, пока, Гош. Пока. Увидимся через полгода. Удачи, Гоша. Ого. Ну, примерно столько ты играешь. Он больше не ответит, блин. А, Sunday Pass? А, он писал, что минус на Си? Блять, да, Сандей писал, что он сегодня минус. А, ну я тогда проебался. Ну, не выглядит как байт чата, потому что написало больше, чем 3 человека. Всё, тогда мы начинаем. Я хочу... панков, нахуй. Панки хуй. Бля, музыка? Назови песню или исполнителя. Опа. А что это? Пурген, блядь. Что это? Это же сендинга Сереги Хелеха, старые видосы, блядь. Эта музыка играла. Ну вот, так это Offspring. Ну так это называй. Offspring. Это Offspring? Ну это же, блядь... Песня знаешь? Ну, понятия не имею. Но я по Калюге понимаю. Ну типа, а это прям такое? Я думал, это наше вообще что-то. До того, как Вокалюга заиграл. О, это мы знаем. Это знакомое очень.
Плюс 200, если и то, и другое называть. Сейчас по вокалу просы. Вот надо цифры говорить. А, Blink, значит, Blink 172, да? Или сам 41. Нет-нет, значит, это Blink, это не сам 41. 182, кажется, да? Там 41, у них там... Это сам 41. Вот это панк. Аврил Лавин, ебать. Что-то молодежное такое. Это Аврил Лавин. Ебать, это панк вообще. Кто? Ханна Монтана, блядь. Все, пиздец. He's a tiger, Аврил Лавин. Скейтер Бой какой-нибудь? Так там SK8ER Boy, да, блядь. Да, это совсем правильное название. SK8ER Boy. SK8ER Boy. Опять Шусу, блядь, подыгрывает, нахуй. Понятно, Джокер. Я же, наоборот, единственный, кто подыгрывает Шусу в этой компании. Блядь, это же Слотаута, нет? Не-не-не, это не Слотаута вроде бы. Че, никто не знает? Первый раз слышу. Там цифра есть? Там слово «день» есть. Green Day, блядь. Там 41. Сука. Слово «день» есть. Сам 41. Ебанутый. Green Day. А, бля, мне послышишь, что цифра 1 есть. Я даже не слышал, что Джокер говорит, блядь. Не, вот мне послышишь, что Джокер сказал, там цифра 1 есть. Ну я такой, ну ладно, давай. Я сказал, там слово «день» есть. Блядь, мне послышишь, что там цифра 1. А нажми на паузу на секунду, сейчас я приду. На Джокера прибавить, он иногда подсказки дает, а я его не слышу. Не, я его нормально услышал. У меня музыка прям глушила. А ты знал Green Day такой группу, Миш? Я, да. Я тыкнул, блядь, но не успел. Я у них только одну песню знаю. А что случилось? А Green Day пела Спрайта песню? Это... Или... Не знаю. Не знаю, нет, по-моему. Ну, в рекламе Спрайта, которая была такая самая популяр, most popular, да, так я сказать. Мы поняли. Так, я здесь. Погнали, продолжаем. Let's go. А, okay. Это панк нереальный. Хорошо, кстати, звучит. Слышь, hey, ho, let's go. Сейчас будет Ramones. О, тут вырубайте. Почему вырубайте? Стримеры, вырубайте звук. Да я, блядь, его вырубаю постоянно. Вырубят, значит. Это Fallout Boys. Песню название знаешь? Не, не скажу. А почему вырубаете хорош стримеры? Так они же кидали страйки, не? Да? Я не знаю, я всю музыку, Fallout, блядь, гашу. Мне вообще похуй, я ничего не гашу. Живу как-то. О, я знаю эту хуйню. А, название ебать из одного слога? Или двух? Название песни. А слог из какого слова? Тут дело в том, что эту песню исполняло много кто. Это не кавер, это оригинал. По-моему, это оригинал. Вот из такого, Алькор. Будешь отвечать? Там же можно и название песни. А, я могу просто название песни сказать? Да, да, там без либо то, либо... Кроул. Но оригинал вроде Крис Браун исполнил. Не, я же говорил, там два слова, он пропел их. А, извините. Кормок. Да не, Грибобас, можешь не мутать сегодня, типа. Я, в принципе, когда отвечаю, я не смотрю в чат. Песня, я только если не знаю, в чат смотрю, но я не беру ответ. Ну это панки хуй нереальные вообще. Вообще. Горшок перевернулся, наверное. Это такая попса на самом деле. Для панков. Это гимн? Good Charlotte, типа? Good Charlotte гимн? Good Charlotte гимн? Anthem? Жёстко. У них еще есть песня клевая. Настоящий панк. У них еще есть классная... Ну я не по этой угорал. Я угорал по We Believe. Она такая чистая. Да, это же очень мягкая. Это панковская песня? Нет, вообще нихуя. Даже не рядом, блядь. Это какой-то американский панк. Не настоящий, знаешь. Он, блядь, весь пластмассовый какой-то. В Америке не было панков. Души нет. Ну, нет, ну как это? Pull over immediately. Панк. У них это типа оскорбление. Там Ози Осборн. А что такое Back to Reutov? В каком городе происходит репортаж? Реутов ТВ. Вы делаете чак? Это Казань? Вы делаете чак-чак?
На них чак-чак ебашат. Ну так татары. Ну тогда. В каком городе происходит репортаж? Мы сегодня специально приехали из Москвы, чтобы снимать репортаж о вашем городе. Наш город очень красивый и хороший. Да, да, мы успели побывать уже и в Ярославле, мы были и в Нижнем Новгороде, мы были и в Казани. Все эти города прекрасные, но вот когда мы заехали в Тулу, поняли, что это такая вообще... Тула. Как ты догадался? Бля, жестко, блядь. Бля, я думал, не будет напрямую прямо такого этого. Так. Извините, пожалуйста, а сколько рыбьих хвостов за проезд? Рыбьих хвостов нисколько. Город, а где рыбу? Рыбинск? Хорош. Нихуя, разъёбываешь. А у этого, блядь, мозг огромный, пиздец. Как ты это понял? Вопрос. А где Йоко? Йоко оно. Йоко? Йоко. В Лондоне, блядь. Очень похоже на Питер. В Японии. Йоко. Здравствуйте, мы сегодня в культурной столице говорим о культуре. Недавно? Я ж тыкнул, блять. Блять, да что с тобой, ты что реально долбоёб? Мы что, что я, блять, сказал? Нет, ты чё его оскорбляешь? Не надо его оскорблять, пожалуйста. Да я, он, слышь, во-первых, он не в обиде. Чё, Family friend. Давай еще раз, культурная столица, что это? Блять, когда я там был, ебать, Джокер, последний раз, блять. Подожди, подожди, Муниверс, что такое? Каким нахуй летом? Я там, блять, ты считался бы, чё? Ты что, реально ебанутый? Культурная, культурная столица, это что? Блять, ну я... Это сам... Не, ну в Калининграде так-то довольно культурно, я думаю. А все вообще услышали про культурную столицу? Мне просто до этого было... Там... Как ты сказал про группу? Там 41. Нет, нет, там было что-то... А, там было Green Day, блядь. Там, говорит, слово Day есть. Да, блядь, ты отвечаешь, говоришь, блядь, нереально послушать, что он сказал, сука, там цифра 1 есть. Я сразу сказал. Тут подруга говорит, культурная столица, Калининград. Ладно. Так Саша сказал, блядь, что ты там недавно был. Где я был последний раз? В прекрасном древнем русском городе, которому скоро исполняется... Он же сказал! Ярославль, типа, сказал, да? Миша. А, я, блядь, я в муте чудищ Ярославль? Он же сказал, да, там было слышно же. Ну там типа он так, да, но там идеально, идеально сошлось. Так. Королёв? Тогда точно не хотели. Сейчас не знаю. Люберцы? Ребята, здравствуйте. Бать, город, у которого название городок. Рикетирами? Рикетирами. Спасибо большое. Знаете смысл этого слова? Да. Только да, только. Блять, хуй его знает. Название есть городок. Прям городок. А. Ебать, Самара что ли? А Самара? В смысле, блять? Городок. Прям буквально. Академия. А. Блять. Блять, ну Самара городок. Я сразу подумал про частушки, блять. Не, ну Самара городок это было хорошее. Пиздец вообще какой. Стримерство тупое. Академ городок, блять, какой-то, ёпта. Да как же нет, модификация на Кати будет. А что мы должны ответить? В какой город? Где Калинов мост и группа Аквариум? Калинов мост где? Гитар Хиро, нет русского рока. Вопрос формулировать чертовски неплохо. Не бойся, все панки оскорбятся. Ты видишь, вообще запрещен, запретки не было. Да, главное, что запретки не было. Это мне пора. Ты знаешь. Да потому я... что... Он говно, блядь. Ну я чё, ответа? Да я потому не что... Говорить, я нахуй. Уеду жить в Сызрань. Потому что русский рок говно. Чел, какой я город, тебе, блядь? Мы, охуенно. Блядь, за страйкой. Прочитано нахуй. Надо бы отвечать, Даня. О, игры с Донди, давайте. Давай. Угадай игру по музыкальной теме. Ого. Не просто. Это вот все дети гангстерами становились, когда в эту игру играли.
Понятия не имею. Соник? Это ты про GTA? Потому что держали в руках его... Ган. Золотая Сигира, блядь. Буквально, в смысле, ты держал пистолет? ХЗ, блядь, что за хуйня? Я бы вообще подумал, что это какое-то Кастельвания, но что-то слишком быстро для нее. А, черный плащ. Да. Ну, у меня черного плаща не было, блядь, на Денди. Я не запомнил такой саунд. У меня был. У вас Денди было. Что нужно сделать? Что нужно сказать? Название игры, название игры. Понятия не имею. Две части. А, ну Мегамэн. Не шпилил. Я перепутал эту утку черного плаща с этой хуйней, где по уткам стрелять. Игроку похуд. Игру похуд. А, это этот, как его? Да, это он. А как он назывался-то? Нет, Tiny Toons он и назывался. Tiny Toons Adventure, возможно. Да. Но она у меня просто была, потому что... Там был босс на поезде, медведь, блядь, помню. Ёбаный. Ебать. Нихуя себе. Это какой-то болс. Какой-то бомбермен, только слабенький. Это вторая часть. А вон Лизард, смотри. Adventures of Lolo. Ебать. А Лоло это пингвиненок вроде бы. А если бы было Adventures of Lolo, засчитал бы без двойки? Нет, конечно. Жесть, блядь. Угадать игру парту. Конечно, Ice Climbers, хули тут думать. Он знает. Тебе, по-моему, очков не накинуло. Плевать. Нихуя. Космическая станция 13. А там сколько частей? 18 уже вышло или 19? Финалка, значит. Ну да, ну какая часть? Final Fantasy. Засчитай просто без части. Давай от 1 до 5. Один, первая. Ебай, да пускай первая, Донди все-таки, да? Нет? Не, их там нахуй 3 или 4 выходило. Final Fantasy 2. Очень близко. Давайте, ребята, 3. Изи. Хорошо, блядь. Хорошо. Обезвреживаю. Это супер-редкий шмап, выпущенный в 92-м специально для ежегодного турнира по шмапам. Summer Carnival 92 максимально реализовал железо Famicom. Имел несколько режимов игры Time Attack. В качестве саундтрека использовался композитор в жанре техно. Это Nintendo Championship, который? Нет, это Summer Carnival. Река. Понятно. 123 900 рублей. Ну, это разъеб, типа, такое никто бы не сказал. Нужно быть жестким гиком, чтобы знать. А что за реквием по угадайке пиксели, что это значит? Угадай игру. Ебать. Бля. Даже хотя бы какая платформа стоит, типа. Это ПК. Третья часть. Третья часть. Ебать, что? Улучшается. Это черви, что ли, блядь? Охуеть, я даже не понял. Нахуй понял, ты отошел на километр? Зусь, еще спасибо большое за переподписку. Спасибо большое за 26 месяцев. Там благодарю тебя, старина. Спасибо. Там было понятно, что это черви, ребят, серьезно. Угадай игру. Охуеть, а тут что ты видишь? Я думаю, это можно как-то Островшика использовать. Ребята, это игра 22 года. Ну тут же все понятно, вот сейчас лучше да стало. Да что, блядь, понятно-то нам? Ну вот луна, видишь, блядь, вот этот человечек. А еще что? Да, а, будет, наверное. Это God of War? Да. Охуеть, блядь, просто. Ебать. Жестко, блядь. Вот это видимо, гений. Видимо, пиксель хантинг не мое, блядь. Две крайности, блядь. Ты ебанутый, ты гений. Ты ебанутый гений. Это одинаково, да, ебанутый в хорошем смысле этого слова, чел. Ой, это что-то с хпшкой. Принц Перси, Макс Пейн. Смотри, бежит чел вперед, видишь? Как будто с хп вперед. А справа сверху карта. Нет, это японское что-то. Японское? Ой, забейте нахуй. А, это которая недавно вышла. Блять, а как она называлась? Пикира. Ну, может, год назад, может. Здесь качество улучшается, это же не пиксели. Я не знаю. Мы видим, я первый раз тоже не знаю. Как она называлась? Japanese game. Да нет, она как, блядь. Серго, спасибо за 27 месяц, Серега. Спасибо тебе за переподвесон и колоссус. Спасибо за 7 месяц. Благодарю тебя, старина. Добрый день тебе. Добрый день. Код войны. Спасибо. Понятно. Я не играл в это. Видел в Стиме. Поехали дальше. Дай игру. Да, блядь. Смотри, маяк какой-то. Elden Ring? Какой маяк, блядь? Руза где-то пробежала, блядь. Стоит, там цифра один. Тут цифра один. Вот там это какая-то девочка. Или мальчик. О, это кто? Это Genshin Impact. Это сталкер. Кто это, блядь?
Нет, это... До свидания, блядь. Это Доки-Доки? А, иной... Бля, я никогда не назову часть в жизни. Скажи, школа-чайни. Давай без счастья. Надо было поиграть. Ну хорошо, Даганронпа. Хорош. О, школа-чайни, да, это она. Бля, ну я так понял, тут когда чем дальше тут ответы, тем, блядь, тяжелее какие-то супер локал штуки. О, эта игра тоже в этом году вышла. Тоже в этом году новенькая. Dwarf Fortress, ребят, узнал ее. Так же, да, выглядит? Абсолютно. Одни сплошные, я бы сказал. Бля, ну сделайте почетче немножко. А, хорошо, это Elden Ring, блять. Тоже море, только красное. Подай игру. Ну, по первому вообще невозможно угадать. Да, блять, по второму-то тяжело, если честно. А по второму бывает более-менее. Тут можно сказать просто игру, не называть конкретную часть. Блять, что навряд ли вы поймете. Что-то не новое. Legend of Zelda, ебать. Конечно, а! Нихуя. Это черепашки-мутанты ниндзя, блядь. Да, да, они мы проходили. Да. У тебя как будто следующий кадр появляется, знаешь, чуть-чуть быстрее. У него раньше. Типа. Да, у него раньше. Да. Мы давно уже все поняли. У меня типа остается второе еще по пикселям, и ты там такой, о, это! И раз у меня тоже появляется. Ну в этом мы в Гаррис Моде играли много. Или не в это? Double Under Restone, ребята. Ощущение, что тут страшно. Это левоболый мужик. Да, да. И членом, блядь. А, блять, я знаю, что это. Блять, это Prop Hunt. Prop Knight, Prop... Сука! Prop Knight. Блять. Убийца ДБД. Вот его подвела скорость. А, кстати, Макс, ты в ДБД играл, чё как? Охуенно. Я знаешь, что охуел? Теперь, оказывается, часы есть у всех сурвов. То есть не обязательно брать часы, они снимают часы, есть. А самоподъем есть уже со стойки? Я вот спрашивал, мне сказали, что нет. Чертика понерфили. Знаю, это я еще играл. Потом, кого еще понерфили, блядь? Практически все, короче, понерфили. Крабт интервеншн понерфили. А, это ту-ду-ту-ду-ту. Блич? Да, кажется, так эта хуйня называется. Мана понерфили. Нихуя, сейчас Руза. Спасибо разработчикам. Валькора Татуха из этого аниме. Валькора Татуха из этого аниме. Да. Блять, ты испортил свое тело плечом. Там Мурахара! Лучший персонаж. Блять, это же тоже DMCA может быть, да? Нихуя, это что-то очень старое, я вам так скажу. Это пиздец что-то старое. Ну, пожилое такое, да. Рубаки. А это Лина, кстати. Помню, она комплексовала по одному поводу. Ухой, кошечка из Сакураса, Алькора, забирай. А. Блять, ни за что не угадаю, мне кажется, поезд. А почему там Undertale? Кадокава, спела про спонсора, слышь? Ебать, что это? Беспокойные яйца. А, сердца. Сердца, извините. Это другое аниме, Максим. Бамбалейло. Это Мацураев, блять. Это Ганс, это Ганста, Ганста. Зеркор, ну ты должен знать. Что-то знакомое, я по Уэстэ никогда в жизни не угадаю, мне кажется. Я он Зиглов убивал их. Зиглов? Ну или не Зиглов. Но у него был такой револьвер длинный или пистолет. Косул называется. Ну, блять, это Хельсинг? О, откуда nice. Ты знаешь? Ну ты сказал про длинный пистолет, типа сначала про диглы, потом про длинный пистолет. И я вспомнил мод на Макс Пейна, блять, который я играл про Хельсинга, и у него там были длинные пистолеты. О, ну Татарь Корс забирает. Да я не угадаю по ОСТ, блять. Как бензопила. Ну похоже по стилистике. Лучшее аниме. Ну, напиши главного героя. Бля, что Джокер считает лучшим аниме? Джокер? Он ебанутый. Значит, блядь, бензопила. По пустыне ходит. Как ходит? А, этот, Вэш Ураган, Триган. По стене ходит? По пустыне. По пустыне.
Ему, блядь, больше там 150 лет уже, нахуй, если не больше. Титаны. Это в хоккей коммунистов приводишь? Да, это чемпионат мира, Северная Корея в финале, гимн слушай. Бля, интересно, пиздец. Нихуя себе, какой у неё пламенный лабиринт, блядь, слева. Дискотека 80-х в Токио. И ты саке уже нахуярился, стоишь, танцуешь, блядь. Короче, первое, второе, третье слово — танк полис. Какое первое? Танковая чего, полиция, блядь. Танковая полиция. Girls, танк это полиция, Japan это. Танк полис. Токио. Не, Girls on Panzers там было. Но танковая полиция... Доминион. Доминион. Ребята там сейчас получат пизды. Дядя Богдан там был, кстати. Ну все, вот это для Миши. Да, угадай кино Миша. А картинка будет? Да, нет, тоже нету. Ух ты, угадай кино. Угадываю, блять. На ножах? Нет. В смысле, блять? Какой на ножах? На кулаках, блять. Или как его там, блять? Достать ножи, блять, я забыла, похуй. Тут показывают еще кадры, Миша. А вот это вот, это не неприкасаемые? Нет. Ну есть, да. У меня есть идея, конечно, но... Какая? Да, погоди, ну один плюс один, Маша же сказала, неприкасаемые. Это такой пиздец. А, ты сказал, Даня. Он говорит, о, отвечает, и потом она появляется у тебя. Нет, не, ну по сути... Нет, это один плюс один. Нет, неприкасаемые он и называется. Это два разных фильма. Есть неприкасаемые фильм старый, типа, очень, а есть вот этот. Сейчас, я даже введу, типа... Давай тебе верну. Ну, типа, там один плюс один написано. Сейчас. Там же не написано «Неприкасаемые». Не-не-не, Саня, сейчас, погоди. Паузу, пожалуйста. Так, на Кинопоиске, сейчас. Да ёбаный в рот, да. Да, ну они типа Untouchables, у него название оригинальное. Он типа 1 плюс 1 «Неприкасаемые». Но в оригинале он просто Untouchables, то есть даже там нет цифр. Ладно, я убрал минус у Маниверса, хорошо. Ну, не, вообще он ответил спасибо. Правильно. Тебе лучше мне бы в ноль вернуть, а Дане бы начислить очки. Еще это 700. Было бы по справедливости. Я да. Не помню, сколько у вас было. Адмирал. Что это нефтекачку взрывают какую-то? Это какой-то корабль, блядь, пизды получает. Ебать. Что это за фильм вообще? Это, как его... Какая миссия невыполнима какая-нибудь, блядь, как будто. А, Распутин. Это эти, блядь... Джентльмены. Да нет, как он называется-то, блядь? В голове... В голове Анкл хочется сказать, но это... Я знаю, что это, блядь. Полностью надо фильм сказать. А, полностью? Блядь, вот честно, у меня вылетело из головы, блядь. Это предыстория, ребят. Да, это оригин фильма, я, блядь, забыл, как он называется. Союз спасения, блядь. Кингсман, блядь, что-то такое. Кингсман, агентство Кингсман, начало. Хорош. Серьезно, это оно? Да. Типа, это третья часть, которая выходила про этого, ну, про деда, короче. А, бля, ясно. У кого-то что-то... А, во, есть. А это вот, кстати, Кингсман, это второй. Это, да, не это джентльмены. А, нет, я бы тоже Анкл, я бы тоже Анкл сказал. Стейтсмен, бля. Угадай кино. Он подгружает просто кадры, походу. Вот это Эмили Мёртвы. Гарри Поттер? Dead or Alive Гарри Поттер? А, не. Эдвин Портер, бля. Это какое-то... Там Смоки Нельсон. Это какой-то... А, я знаю, это Джанго освобожденный, они вдвоем едут. Ебать, хорош. Красный барон. Качество во. Значит, фильм Алдовый, видимо. Нихуя себе. Костюм Санта-Клауса. Один дома? Плохой Санта. А! Это вечное сияние чистого разума. Угу. Это такой трэш. Что, пиздатый фильм? Да нет, то, что у меня не появляется кадр, ты нажимаешь... Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш мир! Лицо со шрамом.
И типа ты такой, а, это вечность. И появляется вот этот Джим Керри, там сидит на лестнице, типа вся хуйня. А вот в Кахуте такого нет. Ну, это что-то пожилое. Хотя нет, возможно, не пожилое. Не, пожилое, пожилое. Да. Причем относительно пожилое такое. Новопожилое. Погоди, это... Это Кин-дза-дза? Да, это она. Охуеть, блядь. Я без вот этого кадра не поняла. Я, блядь, два кадра, которые первые показывали, я даже не выкупил, блядь. Да, я только с колокольчиком поняла. Да, да. Угадайте сериал. Ого. О, так что по первому кадру понятно. Понятно все. Да, вообще все, сразу ответили. А это сериал нужно назвать, да? Да. Блядь, чел, да? Breaking Bad, похуй. Да, по первому кадру было. Ебать, я пытался понять, откуда эти чуваки. Угадайте сериал. Друзья. О, по первому кадру понятно. Как я встретил вашу маму? Ну, пускай друзья будут. Да, они. Хорош. Так, если Максим говорит и не отвечает, надо отвечать. Ты там ну, очень понятно какая-то. По первому кадру. Доктор Хаус? Конечно. А что там было понятного? Колеса его в книжке. И Лори, типа. Не, я просто не смотрел, поэтому. И я. И никто, наверное. Не, я смотрел полностью. Ирич, да? Эх. Черное зеркало. Да-да-да. Кстати, вот ты... Кадру понял. Да, только это же... Это и правда черное зеркало. А, да? Надо было нажимать опять. Там просто там из разных серий. Больше очень не смотрел. Там, ну не знаю, всегда есть возможность продолжить. Там очень интересный в других сериях. Вот приеду к тебе, бля, в гости, посмотрим. Бля, вообще изи. Чудеса науки. Завтрак у Тиффани. А, это теория большого взрыва. Нет, точно нет. Ну, Максим, ты теперь типа байтишь? Да, он теперь байтит на ответы. А это... Подожди, что это за хуйня? Блять! Блять! Палец эти щемило, что ли? Сука! Создатели очень странных дел вдохновлялись этим сериалом. Да, блять! Так, я сейчас... Там рыжий еще была тёлка. Я гуглю. Так, погоди, у меня появилась... У меня появилась идея. Блять, там что-то с горами связанное, нахуй. Странных дел. Так, с горами? Какими фильмами? Ты не помнишь? Красный рассвет. Блять. Красный рассвет, говори. Блять. Маша, на время вышло. Бля, я могу ошибаться. Да, стирай. Это Твин Пикс? Да, блять. Жестко, блять. Сука. Ну, ты жестко подсказал, когда про очень странные дела подвел. Крашнула Си. А, крашнула? Сейчас на паузу. Ага, хорош. Иду. Момент. Ну это Миша забирает этот сериал. А ты думаешь, я смотрел? Я вроде знаю, что ты смотрел. Да, если вопрос, какой сериал или кино Миша не смотрел. Очень, очень много, блядь. Если так, их же вообще дохуище просто. Спасибо, Дэнши, большое за 16-й. Благодарю. Спасибо огромное. Спасибо за переподписочку. Ты перезашел, Дарин? Да, да, я уже в комнате. Погнали. А, ну да. Это Yellowstone. Желтый камень? Ну, типа того. Каубойский такой, про современных каубоев. Ого. Ебать, кадры переход. Полетели, да-да. Это я, случайно. Это сериал, да? Да. Давай следующий да, кадр. Да. Давай следующий. Дальше. Давай следующий кадр. А уже нет, все. Офис. Там Элайджа Вуд. Ну это что-то такое, типа. Мертвый, как я. Фильм. Серик Детенсайд. Первый раунд закончился. Еще раз, два, три. Три раунда. Бля, когда кино можно просто фыкнуть. Потом русская рулетка и финал. Чаёк ебашить. Блять, флаги. О, героический страх. Музыка, сука. Маша выбрала флаги. По цветовой схеме. Угадай страну. А что за цветовая схема? Бля, ну, синий, желтый, красный. Украину это... видать. Да. Это страна Супермена. Камбоджа, блядь. Супермена?
А, супер... Бля, я понял, ладно, хорошая тема, блядь. Супермения, блядь, понятно, нахуй. Правый сектор. Дэдпулия? Блядь, а я бы сказал мистер Инкредибл. А если бы сказал мистер Инкредибл, мне бы не засчитали, наверное. Конечно. А, это у них одинаковые цвета. А, ну это Бэтмания. Бэтмения. Ну, Бэтмения, я не знаю. Бэтвиль. Казахстан. Готэм. Бэтменстан. Бля. Охуеть. Тут сложно. Ну, это Аквамения. Нихуя. Здесь, короче... Нужно соединить страну вот эту с Акваменом. Чел, да он имеет в виду, все, если он угадал героя, то в принципе все. Блин, да с хера не Аквамен, это больше Робин какой-то. Робин да красный. Не, там. Аквамен. Так там был красный. Там такой оранжевенький более. Ой, все. Ну тут, походу, тут, типа нужно цвет страны с героями. Зеленая стрела. Ну это зеленая фонария. А, фонария? Я бы тоже сказал, что стрела. Зеленый фонарь. Ну тут много ответов просто может. Ну может подойти, да. Тут вопрос, угадал ты или нет. Миротворцы. Блять, слушай. А, так погоди, может это Спайдермения? Блять. Ну просто голубой такой похож был на старого. Доктор Стрэнджа. Лучше бы это была, блядь, Спайдермения, нахуй. Я черного не видел у Спайдермена. Это Стражи Галактии. А, Вижния. Сука, я ждал уже, блядь, нормальные флаги, нормальных стран. Да, я тоже. Я тоже уже такая думаю, блядь, все это можно проскипать. Давайте Сегу. Давай. Сега! У меня ее, кстати, не было. Ну, хули тут было. Комик Зоун, это все знают. Охуенная игра. В любом паке. И музыка какая там была? Есть. Да, визуал, блядь, там графон был вообще пиздец. Давайте продолжим мем, ребята. Давай. Продолжите мем. Да, слышим, должен был косарь отдать. Тише, ребята, тише. Там дальше он говорит грязные словечки, блядь. Да-да. Пожалуйста, мем. Гей! Гей! Дирижабль! Ага! Ой, блядь, какой пиздец. А чё он там, Тита? Хуйнул, блядь. Непонятные салаты, куда... Ну а еще здесь были яблочки, ананасики, и вообще он меня бесит. Нет, чел, не так. Непонятный салат, туда кладут все типа. Не-не-не-не-не. Ну ладно. Ну скажи, скажи про основу. А почему? Я же хотел. А, подожди, собственно, вот просто ты... Ну, мне кажется, блядь. Даня... Морковку, капусту и яблоки с ананасами. Слушай, надо засчитывать, блядь. Я согласен. Не, ну, да, не Максим же отвечал, Джокер бы не поддушил. Муниверса уже второй раз срезает, не зашел, блядь. Он должен я останусь, блядь, где-то на втором. Борщик, но с капусткой, но не красный. Не, нихера, он там вот про салат, я начал морковку, капусту, яблочки, ананасы. Честно, вообще он меня бесит. Я бы, блядь, борщ с капусткой, но не красный бы, блядь, сказал. Даня про давай салат так. Даже вспомнил. Ах, где моя сосиска? А где? Где она? Блять. Я украл мистера мохнатой штанишки. Кот сожрал. Кот собака. Да. Кот собака. Я даже не знаю, что это за мем, блять. Вы не знаете его? Нет. Ohio State Bar. You are the greatest legal mind I've ever known. Oh, and when you get into the courtroom, maybe don't shout. Пенис. Что говорил Роджер, когда его казнили? Пингас. The One Piece! The One Piece is real! Шампунь жумайсом, ба. Скажи... Шампунь? А что, надо продолжить, да? Не, ну скажи, что он говорил, да. Кузьми курбит булэксом, ба. Простите, если что, не хотел никого обидеть. Про мать было лишнее. Реквием. А что такое Дуримарево?
Каламбур, блять. А, ну, типа, а это зверь, наверное, и ведьмак. Это зверь. Да. Это ведьмавпа. А что? Я даже что за зверь понять не могу. Что за мавпа? Это что? Это обезьяна. Какая? Ну, по-украински обезьяна мавпа. А это ведьмак. Ну, ведьма-обезьяна. Ребята, вы меня душили, что, типа, я... Ну, ведьма... Не душишь Макса? Ведьмавка. Блядь, ну охуеть, блядь! А я думал ведьманки, типа, блядь. Ведьманки. Ведьманки. Ведьманки тоже нет, хорошо. Нет, ведьмакака была прямо, блядь, видна. Да, ну, видимо. Грачеликс. Ебать. Что это за птица? Это типа астеричка, я не знаю. А, я знаю. Это нет? Действительно, блин. Это ведь, я знаю, это действительно. Можно ответить, блядь, воробеликс? А, блядь, я просто как-то с синичкой следил, потому что астеричка типа как-то звучит. Астеричка. Воробеликс, блядь. Так, давайте дальше. А кто это, ребята? Я тоже не знаю. Это просто режиссер, который любит бэткомедию. А-а-а. Я думаю, знаю, что он Козлова любит, блядь. Он не режиссер. А. Косарик Андреасян, блядь. Угриб. Грибугри? Грибугри, неплохо. Угрибы? Угрибы, да. Угрибугри, блядь, прикольнее. Он теперь все будет засчитывать. Давайте продолжаем в том же духе. Блядь! А, блядь, это Саниксон, блядь. Не Саниксон. Сука. Блядь. Осуждаем. Террориндер? Ну вот я тоже террориндер, блядь, хотел сказать. Ну вот так даже лучше. Трин террориста. Бля, мы реально прикольнее выдумываем. А что? О, это Владимир. Тина Путин. Тинутин. Тинатин. Путина. Путина. Блядь. Точно, да. Путина. Ну, Тинутин, блядь. Трек не поугадай. Тинутин. Угадай персонажа по 5 фактам. За каждый неназванный факт плюс 200 очков. Его имя было позаимствовано застройщика, оставившего сильное впечатление сотрудников компании или до ваших склад в Вашингтоне. И что ты хочешь? Ебать. Ну сейчас да дальше будут появляться. Персонажа чего? Нет, не знаю. Нет, сейчас дальше будут появляться эти. За 35 лет этот персонаж сменил более 12 профессий. А можно сказать, кто это? Да, за каждый неназванный плюс 200. Трамп, ребята. Это персонаж игры. А, да? Давай дальше. Изначально архиврагом героя должен был быть бык. Блять, Марио, ребята. Может это Спайдермен, блять? 12 профессий, блядь. Он был кем угодно, он был водопроводчиком. А, подожди, ну, так он же всегда был застройщик, блядь, Марио. Мда, Крис Пратт. А кто такой Крис Пратт? Это Стражи Галактики, Звездный Лорд. Что? Я не знаю, это странный факт. Давай, давай. Ну сейчас, он сам. А, да. Звездный Лорд? Да, своего каноничного имени его звали Джамп. Марио. К сожалению, плюс 200 не за пиздец. А, он же Марио, блядь, будет озвучивать. Крис Пратт, ёбаный в рот, блядь. Вот почему, блядь, да. Сложные факты. Не, ну почему? Я про Марио подумал после второго. Ну, ты мог сказать. Но я не был уверен. Блядь, ну вот это, ну это круто, но тяжело. Крутая тема вот эта. А ещё то, что текстом описано, это вообще респект. Ярый фанат шоу Опры. Что такое Опра, блядь? Это ведущее шоу в Америке, США, ток-шоу, да. Ну давайте, что за персонаж? Так, игра? Кто? Скажи, это, скажи это, хотя бы. Это, игра, это все игры. Это игры. Все игры? Угу. Первая вышедшая игра с этим персонажем представляла собой платформер. Блять. А это можно чай заварю, блядь. Тут плюс 600 можно получить, если прямо сейчас ответить. Да, блядь, мы что знаем, что это? Червяк Джим звучит неплохо. Но почему он ярый фанат Опры? По словам разработчиков, его образ был собирательным. Из персонажа боевиков 80-х и 90-х с участием Шварценеггера, Сталлоне, Уиллиса и других. Да похуй, блядь. Комик Зон. Ебись оно же. Так это персонаж? А я не знаю, там надо было имя его назвать. Ну, конкретный персонаж идет речь. Джек. Нет. Что за Джек? Образ боевиков. Ну это какой-то... Носит черные очки даже днем. Это Дюк Нюкен?
Ебать, я в чате прочитал. Жестко. Лютый, блядь. Лютый, на самом деле. Я уже понял, что когда Сталлоне хуёвный, типа... А что за опра? Это типа какая-то... Ой, блядь. Угадай музыку. Игру по музычке. Сейчас сериал выходит на Netflix популярный. Валим с пацанами на гелике. Сериал выходит на Netflix популярный? Wednesday. Да, самый популярный. Семейка Адамс, ребят, вперед. Поздравляю вас. Похуй, блядь. Семейка Адамс, съебись она уже. Бля, хорош. Блядь. Бля, кстати, в игре он похож на Гомеза из сериала, блядь, да. Потому что какие в фильме они, какие в сериале, это вообще пиздец просто. Факты, погнали. Погнали, погнали. Плохо ладит с автомобилями. Это же женщина. Артур Морган, блядь. Но он же на лошади катается. Нацию из параллельной вселенной. А, нет, подожди, наоборот, тут хорошо ладит. Адвокат! Ну давайте, ребята, ну по двум фактам, плюс 600. Эй, Сторни. Плохо ладит с автомобилем, и адвокат, ну. Какой адвокат, блядь? Адвокат дьявола. Аторни от Лоу. Ребята. Эй, Сторни, я же сказал. Аторни, нет. Аторни от Лоу. Этот персонаж является последним созданным Стэном Ли для Марвел. Для возвращения комиксов в 92-м году выпуски. Но это Ravage. Это Woman. Или нет? Он сказал, что это же девушка. Это Daredevil, сорвиголова, блядь. Он адвокат, он не может видеть машину, потому нет. Что он слепой. Ну да. Я говорю, это женщина. Это, так я про это и говорю, блядь, я тоже давно бы уже ответил нахуй это. Лучше не пугать и не злить. Понятия не имею. Так отвечай что-то, плюс 200 можешь еще получить. Так не, я тоже думал про сорвиголову, пока ты не сказал, что это женщина. Я когда понял, что это Марвел и Стэн Ли, я сразу подумал про сорвиголову. Майорная сестра Земля. Блядь, это женщина Халк? Пиздец, блядь. А почему с автомобилями плохо ладит? Она же типа в автомобильную катастрофу попала, и ее Брюс Бэннер кровь перекачивал, блядь. Вон оно чё, нахуй. Пиздец, ну тяжко было вспомнить. У нее и Кирби много общего. А Кирби это круглый розовый, да? Много у кого с Кирби много общего. У меня даже, например. Я вот тоже на Кирби похож немножко. У меня, да. Принцесса Пич? Род занятий, механик, официантка, террористка, суперзлодей, супергерой. Шо, блять? Ебать, что? Вы угадаешь, блядь. А как можно быть и суперзлодеем, это универсальный герой. Ну это что-то нинтендовское, видимо. Нет, это... В конце 21-го Fortnite завезли ее скин. Кто Fortniter у нас тут? Миша. Крофт? Я не знаю, блять, кого там в Fortnite завезли. Миша, ты должен знать. Да я в Fortnite играл давно, лучше не целовать. Лучше не целовать, но это супер подсказка. Сразу еби. Можно плюс 200 сейчас получить. Блять. Но это супер мега подсказка. Какая, блять, мега подсказка? Что у нее рожа там страшная или чё? Настоящее имя Анна Мари Рейвен. Анна Мари Рейвен, это единственное, это Роук. Это... Её зовут Анна Мари. А, ебать, нихуя там Артик, блять. Лопнет, блять, там нахуй костюм, блять. Или голову что-нибудь. Как арбуз. Кайф. Есть маленький секрет. Ясно, я вот это выглядит. Ясно, трав. Ладно, я не буду подсказывать вот этим, потому что тут и так подсказывают. Пенис. Тут подсказки, конечно, такие. Дружит с байкером и бейсболистом. День рождения, число пи, и это важно. Мастерски владеет ассемблером. Что такое ассемблер? Сборщик. Язык программирования, по идее, такой. Наверное, я хуй знает. Давай последний факт. Ассемблер, да, это язык. Язык ассемблер, язык программирования. Счет? Сечет за VR. Сечет за VR. Это персонаж аниме какого-то, я не знаю. Ты говорил из игры. Ну, или игра такая. Это персонаж Трап, блять, который сечет за VR, да. И программист. Блять. И день рождения, число пи, это важно. Вообще, блять, кто это? Ну, слушай, есть. Это из Dragon Rope, но в Dragon Rope есть игры. Это игры, типа тоже. Давай дальше. Кстати, рыжий конопатый. Так, ну рыжуха, понятно. Или рыжий. Не, наверное, рыжий. Нахуй.
Ворожон, пистолет крюком. Все, вот это плюс 600, кто забирает? Кто я забирает? Пистолет крюгу, блядь. Ну, Рэй, пистолет крюгу, кто забирает? Мейбл из Gravity Falls. Она персонаж, тут все крюком. Почти. Тут почти все персонажи по комиксам. Кто забирает? Любит оставлять записки с симметричными фигурами. Плюс 400, кто забирает? Это, блядь, ладно, это Ридлер? Блядь, нет, это лучший мальчик. Блядь. Лучший мальчик комиксов. На него равняюсь. Блядь, Саня, такой батер, просто шок, блядь. Сейчас посмотрим на него. Носит ткань у нас. Это Роршах? У него здесь пистолет с крюком, блядь. Он хоть раз его, в фильме, блядь, использовал. Да, он пользовался им в фильме. Он даже когда монолог свой, он с пистолетом там запрыгнул, разве нет? Абордажный крюк, да, точно. Учится на факультете информатики. Ребята, ну это супер подсказка. Джокер, который видит ответ, блядь. Да весь чат уже такой, я учился на факультете. Спасла мир от Галактуса. О, я знаю. О, это... Я знаю, да. Серфер спас женщина мир от Галактуса. Факел. Женщина-факел там тоже поддушила в свое время. Умеет разговаривать с животными. Блядь, женщина-факел. Это слышь, это из Торнбери, да, Элайза Торнбери. Ебать. Ёлка по кличке Моники Джон. У нее обезьяна там, обезьянка была. Монки Джон. Все сходятся. Это белка по кличке Монки Джон. Да это все, это хуёвые факты. Есть хвост. Пури. Бля, какая-то женщина. Пёс. Ну, женщина умная с хвостом, типа. Женщина. Не, у женщины кошки нет хвоста, вроде. Женщина Тирекс. Нет, женщина Тире. Я почитал такую. Умная женщина с хвостом, блядь. Женщина Тире. Белка. Бля, девушка-белка. Мечта просто. Она спасла мир от Галактуса. А как она могла спасти мир от Галактуса, блядь? Да хули, просто она узнала, что Галактус фурёб ебаный, и сказала, что если, блядь, он галактику уничтожит, то она всем расскажет остальным, блядь. Вот и все. Как она могла спасти от Галактуса, блядь? Я помню, как ты смотрел SFM ролики из Гаррис Мода, и там Танос переебал всех героев, и подошла эта девочка-белка, он спросил, что ты, блядь, не сделаешь? И она ему как парехом въебала, блядь. И меня там ебало. А переебал в прямом смысле? Нет. А что надо? Песню. А только песню или группу? Не знаю, Джокер. Лучше и то, и другое. А можно одно? Ну это легко. Я не помню. Блядь. А я не помню группу. Сейчас. Градусы? А название песни? В душе не ебу, сказал, можно одно. Я не говорил, ну ладно. Да ты чё? Ладно, хорош, Джокер. Как вы думаете, я собеседование прохожу, блядь? На серьезном ебали. Сексист, блядь, понятно, нахуй. Знаете вам ваши игры, я получаю. Ой, а это... Ребята, очевидно, Рен и Стимпи. А так и называлось, думаешь? Конечно, Рен и Стимпи. А кто-то знает полное название? Да нет, ты чё, тебе никто не скажет, блядь, здесь. Максим тут самый, блядь, мудрый человек. The Stimpy's Invention, да, ебать. Чужие, блять, какие-то нахуй. Чужой какой-то, да. Чужой. Подожди, это не звучит какой-то паркерского периода? Вроде нет. Ну, это какая-то старая игра. Сеги, удивительно, Саня. Проницательный. Out of this world. Another world. Ебать. Кто знает эту игру? Это что-то для взрослых, очевидно. Ну, что-то крутое, видимо, блять. Вон, выход. Ну это Джеймс, блять, а какой? 007. Джеймс Бонд. Бонд с кнопкой. The Duel. Джеймс Бонд 007. Можно было сказать Джеймс Бонд 007, я бы засчитал. Да, там было написано, там слева снизу было написано 007, да. Что? Угадай игру по врагу. Ого, это контра какая-то, походу. Да, они какой-то. Бля, это игра, мне возможно кажется, которая, где тебя бьют, и ты доспех теряешь, а потом умираешь. Как она называлась, блядь? А, я тебя понял. Да, ты прав. Да. Оно, Ghost and Goblins, это она? Да. Она на Сеге? Она была разве на Сеге? Да, на Сеге изначально. Считается одной из самых сложных вообще, блядь, на Сеге. Гули и призраки. Угадай игру по руке. Охуеть, блядь. Ну, здесь скорее по первым двум буквам, все это знают. Монополия.
похуй. Монополия. Блять. Бля, реально монополия, охуеть. Что, да. Монополия на Сегу была? Видимо, была. Она, в принципе, была. И такая most popular на самом деле, факт. Музыку. Валим на гелике. Это эту песню запретили? На-на-на-на-на. По-моему, это Следственный комитет недавно запретил эту песню. Да? Или что-то такое было? Нет, это не она. Она. Или не она, но очень похоже на нее. Ты про ЛСП опять? Нет. Это прям вот недавно было. Валим на гелике, валим на гелике, Муня за рулем. Ой, да. Оксимирон. Блять, сука, как ты перекликал меня? А это типа, это кавер пианиный, да, был, играл? Да, просто музыка, да. Угадай музыку. Валим. Ну, здесь-то нормальная, блять. На постапокалиптическом гелике. Нет, это нормально. Летящий даль на гелике. А, понял, блять. Бля, начало было хорошее. Ага, так это, блять. Бетон мешал. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог. Ебать, жестко. Ты что, слова расслышал там? Ну, я так привык жить одним тобой. Ну, короче, понятно, тут каверы, блять. Ты можешь слова понять. Блин, на гелике. Я не думаю, что эту группу здесь кто-то слушал. Она как-то была. Русская группа. Очень странное название у нее. Моча съела говно? Если не она, хуй знает. Ну есть группа такая. Ну вы снова знаете. Конечно, Макс, как его? Я вообще не узнал. Не, у него солист Максим какой-то. Окей. Бля, это постоянно радио, как хуйня играет. На русском, блядь. Под это в Евротрак. Белый просто, это... блядь, наркотики. Скажите честно, группа называется «Несчастный случай»? По голосу, да. А можно только группу? Да. «Несчастный случай». Бэтмен, блядь. Бэтмен. Ебать, Максим, как? По голосу очень было понятно. Было дело. А почему нам без видеоряда, блять, показывали? Мне показывают видеоряд. Да, изначально, когда типа мы отвечаем. Ты же можешь это скипнуть, ты знаешь? Нет, блять, будь это отматривать. Джокеру нравится. Давай скипаем. Ну это мой любимый аниме, конечно. А серьезно? Кринги. Нихуя, твой любимый аниме. Валим в деревню с Муниверсом на КамАЗе. Едем отдыхать. А, я знаю, что это, блядь. Только отвечай. Это какая боль? Нет. Нет. Извините. Ну, Ума Турман. Ну, это, да, это Ума Турман, да, типа, да. По голосу. Китайцы, блять, я пыталась... По голосу певца ты понял, что это? Да, конечно. Так это было слышно, это понятно, блядь, да. Вы чё? Действительно. Я чё пыталась слышать группу. Здорово, Зигли. Валим в будущее. Синтвейвовское. На чем мы едем? На космическом шаттле. Мне кажется, это что-то сейчас русское будет, эстрадное как будто. Не, это не русское. Не русское, да? Бля, ну ладно. Здорово, Шулия. Если не русская, значит мутаем, подмутываем, точнее. Мистери Скулс. Мэжик. Блядь, кто-то разбирается в грибах? Блять, ну да, конечно, я грибовас вообще. Ну что, сыроежки, ребята, погнали. Гриб. Похуй. Мухомор. Хорош. Бля, я бы таким травоньем отравился бы нахуй. Единственное, блять, на что я отвечу про грибы. Японский гриб. Ой, а как он называется? Шиитаке. Хорош. Ебать, грибобат. Ну так Зигли Алькоры привез свои лампы, которыми он не пользуется сегодня. Вот, так это... Рисичка. Да. Рисичка. Вкусный гриб очень, особенно маринованный. Рисички охуенные вообще. Да, да, под водочку бы. Ой, белый это гриб. Это шампиньон, нахуй? Бля! Как ты понял, что шампиньон? Ну как ты это понял? Белый, блядь. Да хуй знает. Так, а вдруг белый гриб? Вот белый гриб. Это поганка. А бля, такая красивая. Вот у нас грибобас на самом деле. Бля, ебать. На северах обожают грибы.
это... Белый классический гриб. Нет, залупа! А, я знаю! Блядь! Да, всё, говори. Поздно! Кричи, нет, говори, что это? Кричи! Ну, кричи! Сыроежка? Красноголовый, да? А, пёнок. Пёнок. Красноголовый. 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 Гриб. Бля, ну это у Сени, который, блядь, под балконом, нахуй, под верандой, блядь. Ага, гриб и веранда, блядь. На сыроежке же. Саный гриб. Вешенка. Позавернули все вопросы второго раунда. Да, ёпт. Будет еще четвертый. Русская рулетка и финал. Это длинный пак. Охуенно. Только меньше, блядь, песен Паша, бы было. Паша, начинай. Давай, начинай с крипа. Бля, я хотела есть проигрыш, чтобы я вам тыкнула и ушла. Elden Ring он есть. Вылечил меня от Genshin Impact. Нет, от я не тупи, ладно. С чем кроссовер? С Нарутой. А, он тут, видимо, Геншин будет. Да. Какие-то коллабы. Давайте еще Геншин тогда. Чем кроссовер? С Жожо. Бля, охуенно. А что там Жожошного-то? Не Жожо. Не Жожо? А, ну, блядь, если не на Жожо, то кулак Северной Звезды. Блядь, да, по факту. А я думал про него, но, блядь, что-то... Хули волосы-то светлые, блядь. Ого. Волосы светлые, потому что персонаж такой. Ого. Это Lollipop Chainsaw, блять, поехали. Не, сливаю что-то непонятное. Ху? Кто это? Блять, ой, нахуй я нажал. Но это Евангелион, что ли? Реальный Муниверс. Бля, слава богу. Максим, отдай мне свой аккаунт. Зачем? Играть буду. Во что? Геншин? А, это Untitled Goose Game. Гениальная игра, кстати. Одна из лучших. Миша наконец-то нашелся соперника, у которого больше очков, чем у него. С ума сойти. Ну, ого. Это Гордон Рамзи? Ну, с ним а же кроссовер. А шоу его называется? Ну, «Адская кухня». Там написано сзади. Ну, да. Да, там написано сзади. Я не вижу, когда он отвечает, у меня закрывает. Картинку не видно. Кроссовер, назови хотя бы три сурса, помимо Геншина. Ой, блядь. Ну, тут аниме нахуй ебаное. А нахуй я тыкнул? Три. Я, пожалуй, скажу, что это жопа. Жопа и жопа. Это типа все зомби персонажи? Бля, ну я вижу только этот, как Чичу. Его? Нет, я вижу только Шаман Кинг, вон по центру стоит, это Пайлунг, или как там его? А, да. Пайлайдай. Тайлунг. Пайлунг, да, неплохо. Рагнарёк онлайн. Ебать, Блять, Что такое Снежска? Мне просто нравится вот это, что это. Что надо назвать? Соевая категория. Genshin Impact? Что за игра? Genshin? Блять. Там Снеска, Максим, Снески, типа Супер Нинтендо. О, так Снеску я разберусь, блять. А, соевая категория, типа... Азия? Наверное. Хотя бы одного персонажа за Тро плюс 200. Блять. Ну это же Анечка и Уолтер Уайт. Хорош. Там вообще-то Джаред Лето еще был. Вы увидели? Не, я не увидел Джаред Лето. Он на постере был. Зовите две игры. Блять, King of Fighters и Fall Guys. Что? Май Широну это? Из King of Fighters. Да. И справа Fall Guys. Там Battle Fury просто еще было написано. Я ну оно там тоже было. Назови игру. Одну, две. Блять, за это, кстати, можно отлететь в легкую нахуй на Твиче. Просто настолько в легкую. Да, блять, тут даже непонятно, что нарисовано нахуй. Я все понял, блять, с первого. Я ничего не понял, ребята. Ничего не понял. Никто ничего не понял, по-моему. Это гриб. Назови аниме. О! Богиня благословит Коносуба. О, можно покороче, да? Назови игру. А. Bloodborne. Там написано. Там написано. Блядь. А я даже не смотрел, что там написано, я смотрел на персонажей, блять. Назови игру. Ого, крипота какая. А, Undertale, блять. Undertale. Эй, это Undertale, персонаж. Ну там не было плюсик. Вот этот в центре чел был, и слева девочка стоит, не? А, ладно, извините. Ну, очень похоже на Undertale. Там был вот этот персонаж в центре, который нарисован. У него там как-то еще имя такое ебанское, блядь. Гос, давай со Снески посмотрим.
Это игру пускаешь? Супер Марио Брос. А, он. Не Брос. Супер Марио. Точно. Супер Марио. Марио. World. Сука. Yoshi Island. Я бы Yoshi Island все равно хуй бы сказал. Да там можно было сказать про Супер Марио World. Куда теперь валим, Макс? Я знаю, что это. Блять, я же знаю, что это. Все должны были понять, что это. Черепашки, нет. Типа они во мне паукашки. Ну а. Ну, черепашки ниндзя? Какая часть? Хотя бы вторая. Ебать. Четвертая. Нормально. Два умножил, нормально, че. А, да, спасибо. Так, а что за. Угадай часть персоны, абсолютно. Ну, персона, это же игра. Сериал. Давай. Назови сериал по музыке и заставке. А. Теория большого взрыва. Давайте еще игры посмотрим. Ну, когда игру по худ? Что-то знакомое. Справа это... сверху карта есть. Даже. 45 это ракет, типа, блядь. Это типа прародитель всех платформеров или типа вот, вот таких игр сбоку? Блять, похуй, Метроид? Да, супер Метроид. Только по подсказке понял, блядь, если честно. О, блять, Front Mission же, правда? А у тебя SNES-ка была, что ли? Не, я в четвертую часть играл. В третью, простите, в третью. И она была на Соньке. А Metroidvania, да? Лучшая игра про меха, который... Про мехи, простите, которые есть. Когда игру по звуку? Это, блядь, там кого-то ебашит. Какой-то жесткий. Грава рубит. Клок Тауэр. Тауэр. Девочка выбросится сейчас, похоже. Я графон интересный. Спасибо. Угадай игру по музыке. Зельда, нихуя. Это Марш Черной Королевы. Что? Марш Черной Королевы. Black Queen Марш. Давай, Муня, ебашь. Как игра называется? Алиса в стране чудес. Черная Королева была только в Battletoads. Но батл там есть слово. Батл есть. Это батл файтерс. А все упустили, что Алькор Мише комплимент сделал просто с нихуя. Какой? Какой? Он говорит, Миша, красавчик, что-то в таком ключе, блядь, было, или что это было? Ну ладно. Я могу сделать комплимент, кому хочу. А что это была за игра? Огр батл какой-то. Да, я пропустил комплимент. Угадай игру по красивой музыке. Мне нужно сказать тебе кое-что. Ты — это то, ради чего я живу и дышу каждый день. Radical Dreamers. Неплохо, блядь. Опенинги сериалов, ребят? Давай. Better Call Saul. Это, блядь, считается... Чисто по одному аккорду, нахуй. Ну там типа мем. Это тут, мем, сука, кстати. Что-то тихое, блядь, что-то громкое, сука, изначально стоит. Когда бабушка дала пенсию, блядь, свою. Блядь, это звучит как Sims. Ну это сериал. По Sims. Я понимаю. Семейный такой, да? Это очень... Хуй знает, семейный. Воронины. Альф, блядь. Воронины, блядь. Воронины, блядь. А, как это? Нихуя семейная. А, он семейный, разве я думаю, такой-то более взрослый? Mm-hmm. Да не. Давай. 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 Покажи им. О, Миша, Тайлер Джеймс. Тайлер Джеймс отвечает. Что, Тайлер Джеймс? Едет с братишкой Муниверсом. По Детройту едет. Я хронишки машут. Весь район, когда видит нас, пляшет. Йоу, Макс. Воу-воу-воу. Русский. Русский? Русский? Нихуя. Походу русский, сейчас я скажу какой. Я русский. А, не, не русский, не. Британский телесериал ситком. Ты там описал? Просто он так называется, медленно. Зимний Трон. Мальчик-гений.
он вместо соли говорит. Он говорит. Компьютерщики. Содиум хлорид, он говорит. А что нужно сказать? Сериал. Сериал. Сериал 86-го года. Коломбо. Ситуационная комедия, два детектив. Я создам, кстати, вместо стрелера детектива Коломбо, блядь. Дэвид Рэш играл главную роль. Дэвид кто? Дэвид Рэш. Дэвид Рэш. Блядь, ментозавры. 86-го года, блядь. По пузу скорее себя ударь. Кувалда. Его так и звали, Кувалда. You know the kind of guy who does nothing but bad things and then wonders why his life sucks? Yes, man. Well, that was me. Every time something good happened to me, something bad was always waiting around the corner. Джейсон Ли? Кто это, блядь? Это не тот сериал? Блядь, да? Это он! Я помню, он, короче, исправлял, он там стекло разбил где-то, потом его... Да, типа, у него был лист, что он хочет потом исправить. Потом поменял это стекло в возрастном возрасте. Да-да-да, охуенный сериал, кстати. Да, неплохой. А, тьфу, блядь. Было. Всегда его скипал, нахуй, на 2x2, блядь. Угу. Ну, я мелкий просто смотрел. А что такое? Жря-кич. Ладно. Назовите блюдо. Винегрет. А как пишется? Блядь. Ладно. Блядь. Давай дальше. Назовите блюдо. Блять, нахуй. Баршмак. Да ну нахуй, харчо какое-то, ты чё? Харчо! Ну с рисом, ладно. Потому что да, там видно было его. Никогда такое харчо не приносили. Баршмак, он более такой. Блять! Ну похож, мне показалось. Чё ты врёшь? Как шфаршик такой нахуяренный с луком. Это хинкал. Да ну нахуй, это пяти какой-то, чел. Это бешбармак. А ебать, ладно. Неплохо. О, ну Том Ямченко. Естественно, блядь. Ваши рыбные супы, блядь. Охуенные. Нет, Том морепродуктов, Том Ха заебись без рыбы, типа, без морепродуктов. Том Ха лучше, чем Том Ям, факт. Ой, как это штука называется? Зразы. Фалафель. Да, да. Блядь, сука. Возна тема, да? Да. Какой-то Бульбаныч. Рамен? Ну, вот нет? Нет. А из трех букв? Уха. Уха. Давай, да я разрежу уха. Да нет, там же мясо видно, что не рыба. Ну, видно, да. Хаш. Хаш. Блять, ну там как-то неестественно он выглядел. Там, там должно быть всякого больше всякой штуки. А это что еще такое? Паштет. Ну, если паштет, бы так блядь. Просто было, там сыр какой-то. Блять, я поняла, что это, блять, ебучая. Это, блять, ебучая, отвечаю. Не, ну она же... Фуагра! Фуагра. А, блядь. Сука, я думал, фуагра это просто название утиного паштета, а не блюдо прям. Охуеть. Максим. О, далёко. Это прекрасная далёко, блядь. Прекрасная далёко. Не будь ко мне жестоко. Сука. Японские народные, ребят. А что надо сказать? Песню или исполнитель? А, Ландыши. А, Ландыши, да, они Ландыши. Ландыши. Разъеб. Я думаю, у меня в голове, блять, мем этот из ТикТока. Мы забрались в камыши. А, блять, хорош. Успел, сука. Тарантино не шибко мешает, типа. Блять, отжигали в свое время. Они очень популярны были. Оно все равно громче. Катюша? Блин, да, я успел, Катюша. А ты что хотел сказать? Катюша, бля, я хотел сказать червонок. Ты просто начал раньше говорить. Да, ты начал раньше говорить, я думал, ты отвечаешь. Туманы над рекой.
Это группа крови, блять? Миша? Небеса. А, группа крови или... Мне показалось, да, группа крови. Да. Да. Я в муте просто был, чудище. А, это... Леша, давай, Леша. Ну это этот, Киш, проклятый старый дом. Ебать. Блин, эх, мужички, блядь, орали, да? В караоке-то орали, блядь, а отвечать да не я... отвечаете, да, блин. Да, я просто раньше грузится. А, так, ну, это Евангелие. Ну давай, ночь, что за странная свобода, от заката до восхода. Что нужно сказать? Название песни? Русская или нет? Ну, ты чё, шутишь? Я не буду подсказывать. Ну и давай так, Губин. Охуеть, блядь. Ну я ж тебе спел, ночь, что за странная я... свобода. Ну я понял. Бля, ну часть персоны, мы же... Или вы хотите персону послушать? Боитесь? Нет, да, нет, просто мы же там ничего не ответим, мне кажется. Какая часть персоны? Угу. А всего сколько 5. Всего частей? 5? Вроде 5, да. Давай скипать тогда нахуй. А, блядь, персона это не человек? Да нет, игра, это игра, блядь, японская. Ну, это ж типа легендарные песни, походу. Давайте, я знаю, что такое рипы. Супер Марио. И? Прошел уровень. Нет, сорс и штуку. А какая штука там была? Шутку там вроде бы. Не-не, штуку. Там соединено две игры или, ну, что-то вдвоем соединено, короче. Или игра и фильм, игра и мультик, игра и сериал. Я, наверное, не дослушал, к сожалению, так что похуй. Ну, я только Супер Марио слышу. А, вот она чё. А что? Ты понял, что ты понял, блядь? По этой пластинке. Я понял, что это, блядь, Флинстоуны, господи, блядь. Я нахуй не мог вспомнить, бля, мелодия это знакомая. Сорс и штуку. Шутку там написано, по-моему, все-таки. Штуку. Ну это понятно. Пойду, блядь, чай налью себе. Бля, засчитай хотя бы одно чело. Нет, тут надо два. Ну я слышу только ебучий Undertale. Он розовый шарик всех кушает. Все, похуй, Кирби, блядь, Undertale и Кирби. Это тема Флауи, вот это вот. Зовите хотя бы две шутки. Ну, фронт-миссию слышу. Тут пять их. Вы хотя бы две шутки зовите. Ебать, что? Слышу только фронт-миссию. Тут, походу, и песня, и игра, и еще что-то. Ебать! Это Деспасито! А, ну... Ну, Front Mission, Деспасито и Take On Me. Правильно, хотя бы две назвал. Front Mission здесь нет. А, ну ладно. Деспасито, Take On Me, блядь. Ну, пойдет. Ну, я только вот то, что Максон, блядь, сказал, и все, нахуй. Назовите Source. А, Скибиди. Да-да-да. А, ну тогда... Это одно. Это она или не она? Это Скибиди. Не-не, а музыка басы, это оно или не оно? Блять, похуй. Это Крипто Некроденсер и Скибиди. Хорош. Вообще непонятно. Жесткий. Да это же звуков оттуда не знаю. Там в ритм надо попадать. Ритм игра, да. Музыка оттуда прям. Ебать, чувак по Little Big загоняет. Ну, это тоже Little Big, да. Как песня Little Big называет? Да похуй скажешь Little Big, но... Дэнзо Фараденза. Анимешная тема Алькор была. Роман Кинг. Не, не понимаю.
А, так надо. Он и по школе отчаянно прям... упарывается тоже. Да, да. Любитель Данганронпы. А, назовите аниме, трек из которого используется в каждой штуке. Это аниме и трек. Звучит хорошо. Аниме очень старое, а трек хз вообще. А что же это? Я все эту тему знаю, блядь. Циркулейшн, что ли, какой-то, блядь? Не, вообще не циркулейшн, ты шо? Блядь. Так, ковбой Бибок, нихуй. Бибок. Коты на Марсе. Там был Ик-кот. Я знаю кота Ика наизусть. Хотя бы три назвать. Блядь, простите. Уху, я угадаю. Так. Блядь. Охуеть, Максим. А что это вообще за песня, блядь, в начале? Ну тут три, блядь. What does the fox say, по-моему, не, ну? Да. What does the fox say? И пусть будет Gangnam Style, похуй. Две еще надо, ой, одну еще. Еще одну. Еще одну. И скажи, есть ли Gangnam Style от меня просто? Нет, он еще больше одну называть? Нет. Салам алейкум. Я сейчас сижу, смотрю на твое выражение лица, и ты просто молчишь под эти тиди туда то так жу. Блять. Все, я знаю три. Undertale, Undertale там есть, ребята, я слышал Undertale. Блять, я угадал, тут, по-моему, нет, вот за попал. Блять. Макс, в казино надо ехать, блять. Надо ехать. Уже нельзя, наверное. Юба! Вот это мэшапчик. Не, ну давай, ну типа What Does The Fox Say, Gangnam Style и Flintstone, блять. Ну три же исполнителя тут, надо. Вот нету What Does The Fox Say. Блять, это основная песня, нахуй играет на ней, блять. Нету, потому что это основная песня. Ты же ведущий, ты же знаешь, что там есть. Нет, ну она просто песня, как представление других, понял? Блять, ну не написано же этого в правилах. Ну когда типа ты... А, ты сказал, что еще раз? Флинстоун и Gangnam Style и, ну, Фоксей, What Does The Fox Say. Ладно. Ведь тут просто не написано. Не написано. Ну да, какая-то ерунда, если честно. Спасибо, Артём, за сотку. Да я просто слушаю, нихуя понять не могу, сейчас слово. Там такая какая-то, блядь, мешанина играет, просто ужас. Я так понимаю, начинает у нас Маша. О! Наши любимые, блядь, темы. Блядь, благодарю, Тасмарис. Благодарю за 17-й месяцок. Спасибо большое. Спасибо огромное. Маша, ты тут? Знаете. Развлекайтесь. Угадай группу скриншот. Ну это ж Мора. Угу. Какая часть? Ну третья, Тес, Моровинд. Там видел какой-то город Skyrim рядом. Skyrim 3, блядь. Там какая-то хуйня была, типа. Это необычный вивик был. А почему это Skyrim 3, блядь? Там какие-то, блядь, панельки стояли. Когда игру по скриншоту? А! Так это ж The Game, блядь. Да, The Game. Так давно не играли, что ж чуть не забыли, блядь. Так там даже уток не было видно. Был. Там лежала один мертвая утка. Один мертвая. О, блядь. Ого. Да-да. Нет-нет, я знаю эту игру. Сет по ней делал обзор. Это Age там, yeah. Блять, как же она нахуй? Age of Wonders. Конечно, да. Нихуя. Hopes of War, хули тут думать. Поросенок Петр, блять, валит из рашки. У меня дядя играл в эту игру, а я смотрел. Это с PS вообще игра изначально. Угадай игру по комиксу. What? Ладно. Ага. Видимо, надо знать мем. Угу. Угадай игру по мему. Блять, Frostpunk. Блять. Да. А я тоже знал. Угу. Угадай игру по фанарту. Блять, Bioshock или Dishonored, ребят, одно из двух. Ебашьте. Выглядит как Dishonored. Ну почему Dishonored? Ну типа. А хуй его знает. Ага.
Антанаси. Даже такую игру не знаю. Уга-буга, блять. Ебать, блять. Это я ее знаю. Это, нет, это визуальная новелла, блять. Охуеть новеллочка, блять. А это игру, наверное. По скриншоту. Ромбус. А это оригинальный скриншот, блять. А, сирен. Ну, видимо, оригинальный. Видимо. Ой, это, видимо, про сиреноголового. Уга-буга давай еще. Дай по скриншоту. Ого. Это фильм, наверное. Фильм? Фильм? Silent Hill. Я Silent Hill, ребята, Silent Hill. Silent В смысле, Hill. Это русский фильм, блядь. Что? Ведьма. А, Ведьма, блядь. По власти страха. Уга-буга, а типа страшилки. Типа страшилки. Дай персонажа по косплею. Блять. Ну это просто. Здесь определенная часть написана. Ну Call of Duty Black Ops, очевидно. А, я думал персонажа, блять. Я бы сказал, либо Капитан Блэкс, либо Black Ops. Или Мейсон можно было бы сказать, что. Ну, ксеноморф. Чужой. Пизай. Ксеноморф. Ну я же прав. О, ебать! Бля, ребята, это я забыл, как его зовут. Блядь, это вообще, это как из старого фильма прямо, блядь, охуеть! Супер крутой костюм. Стюарт Бигл, блядь, в натуре. Вот же она. Фиона. Очень легкий, кстати, косплей. Были. Блядь, ну это... Это профессора, надо сказать. А, именно профессора? Блядь, ну это же Волан-де-Морт, а профессор... А. Ебать, это был профессор Квирл. Да, теоретически это был профессор. Блядь, честно, Квирла я бы не отгадал, блядь. А я только недавно прочла, блядь, первую книжку. Ой, это Максон не знает. Стритфайтер же, да? Профессор Сквиртл, ты сказала? Блять! Да, у меня, блядь, эта версия Гарри Поттера. Daft Punk, ребята. Ну да, это же Daft Punk, блядь, не? Да ну ты гонишь. А кто это еще? Я же Грэмори, смотри. Вроде нет. Нет? Ну ладно. Кто еще, блядь, носит такие штуки на голове и вдвоем вот так вот стоит постоянно? Канти. А, ну я не знаю, а, что Кули-кули. Это. А, ну Фэл, конечно. Фэл, Кэл. Да, был там такой, был. Что? Конечно, лето? Ну, напоминает, напоминает подвал одного очень угадайте. Известного человека. А Виталия Цаля? Возможно. Финицкий король. Cold Fear? Бля, похуй, Cold Fear? Нет, так он же от третьего лица был, ты шо, Максон? Похуй, ну мало ли. А это, кстати, не это та игра... Миядзаки игру делал, а это не та игра, где тебя хватает за руку, чел, короче, из шкафа. Да, я думал, это Condemned какой-нибудь. А, нихуя себе, блядь. Бля, ребята. Ну, уга-буга. Давайте трет уга-буга. Неразбирающихся в Лиге Легенд. Да, господи. С чем кроссовер? С дотой. Да, это было просто. Уга-буга. Спасибо. Игра, ребята. А, Дом восковых фигур. Это игра? Нет, это фильм. Это фильм! Это кино. Это же уга-буга, типа, понял, чел. Сегодня играл саундтрек из этой игры, только он был другой. Кто играл? Играл уже саундтрек из этой игры. Тема авто, Данганропа, слышишь? В прошлых темах. А ну нет. Там что-то клок, помните? Клокверк. Блядь, зажгли дерево, зажгли удар. Вот, вот была игра или фильм, что клок и второе слово было вот в прошлых раундах. Клок, клок, сука, поставь орды, блядь. Не вспоминайте, хорошо. Из очень страшного кино начало, блядь. Там такой же саундтрек играл. Клок Таур. Да, ты что думаешь, мы... Так и там игра была, видимо, да. Так, ну и самое сложное уга-буга. Едем с миллиорсом, по кладбищу едем, по тачке.
А кого мы везем с тобой? Не знаю, мы везем с тобой труп. А зачем? Зачем мы его везем? Я не знаю. Наверное, чтобы закопать. Чтобы закопать? А труп-то в золотом пиджачке. Это был Миша Графон. Ищи один подарок, бежи. Он хотел ускользнуть. Не бросайте его кости. Он не хотел платить. Бля, что-то такое знакомое. Байки из склепа. Охуеть. Ну, не удивительно, что знакомое. На Ютубе с 2008 года. Зови канал. Без идей. Ебать. О, справа же участница. Справа, да. The Little Big? А. Видимо, какой-то клип у них новый, я хуй знает. Зови блогера. Джексептика. Кто? Ну это же Миша, ребята! Графон? Михаил? Сейчас звучал в киберпанке кого-то. А это Шестовский. Да, блять, не лысый, без бороды, это вообще кто, блядь? Да, без бороды Шестона не узнать вообще никогда. Зови канал. Ну это рестарт. Ебать, у него Steam Deck. Да у него, блядь, консоли этих, ёбнешься просто. А ты не купил еще рекорд? Она в Дубаях, блядь, уже 11 или 12 дней. Зови канал. Россия один. Фруктовая диета. Максим, по сути, прав. Не, ну штаб-командера у него про мультики и там такую индустрию, типа. Никули. Назови канал. Хуя, у него мини-гитара. Это он играет на самой маленькой в мире гитаре? Очень странная позиция для коврика для мышки, кстати. Почему? Ну, типа далековато? Для мышки места не остается почти. А-а-а. Ну там, наверное, TPI 28 тысяч. Назови канал. Победная победа, блядь. Это вот у меня альтернативный путь развития был. Канал вот так вот пустить. Блядь. Я решил игры снимать. Это из комиксов герой. Угу. Мефисто. Из Диабло. Это, блядь, Озон старый справа, нахуй. Это сын Озона и пророка Санбоя. Это не оператор Хованского слева? Фуй знает. Соломон Лайф, блять. Ну ладно, давай тогда дальше Лигу Легенд. Давай. О, ну это... Розен. Ага, вот, блять, а. Нахуй я нажал, блять. Бля, Максон, ты меня спас, пиздец, если честно. Я, знаешь, хотел сказать, с кем, блять, этот... Ну, типа, с кем коллаба, я бы сказал с Аркейн, блять, Аркейн же, сука. Фоло, блять. Ну, ты видишь, гоблины, блять. А, я походу понял. Или нет? Не, наверное, не понял. Чем коллаба, Максон? Блять, я понятия не имею, чел. Ну, это же этот. Это ж Сплатун. Угу. Я не знал такого. А я думаю, это Леди Баг и Супер Кот, блять, как будто нахуй какой-то. Ёб твою мать, не себе, блять. Молоко разлил кто-то. Ага. Причем в таком приполном месте. Блять, место какое-то странное очень. Какой-то, блять, торпедный отсек, нахуй. Блять, это Харухи Судзуми. Харухи Судзуми. Нихуя у него меланхолия. Я вообще не увидел, блять. Ебать, а что у него с позитивом ассоциируется? Я в ахуе буду. А, ну это. Ну, с Харли Квинн у них там явно забив какой-то. Ох ты, блять. Ёб твою мать. Пиздец. Там написано, смотри. Никогда не знает. Ага. Максим нашел, что там написано, но Джекер поскакал. Я пытался прочитать. Так, ну допустим, нага какая-то есть, да, вот справа кто непонятно. Акула какая-то, видишь, на руках, бля, жабрины такие. Гига-мермейн. Can you feel? Давайте трап летят, разминируем. Я смотрю аниме и играю в игры на Денди, потому что у меня нет компа за 400. Когда аниме? А! Ебать! Юна! Герри-госка, бля, сука. Перекликал. Давай дальше. Ты. Второй опенинг этой шпионской семьи. Можно так же отвечать? Bump of Chicken просто охуенная группа. Серьезно? Ну, у них получше опенинг есть. В кровавой блокаде вообще разъеб. Да, там прям охуенный. Да.
Едем в царском дворце с муниверсом. Если Маша не отвечает, это позор. Опричники смотрят на нас. Самое важное, что я мелодию знаю, блядь. Едем на карете. Маша, не отвечаешь, позор. Маша, ты должна это знать. Значит, Геншин. Ну, значит, Геншин импакт. А мы лорды, получается, Макс, на карете едем, блядь. А я думаю, блядь, знакомая мелодия. О! Я это слышал. Бля, я знаю, что это нахуй, прикинь. Это же аниме опенинг, да? Это четвертая часть. А, это игру надо сказать? Игру? Сначала какая-то Коносуба, да, блядь, это... по-моему. Четвертая часть. Я сказал бы, что это на Коносуба 4. Ну, у Коносубы нет четвертой части, если уж на то бы. Персона, ну, понятно, нахуй. Надо читать, что он хочет, игру или это? Игру. Оу, это что-то... А, отринь свои глупые амбиции, Elden Ring. Нихуя себе. Ну, это, кстати, этот игровой... Это главная тема, это главная тема. Бля, самое забавное, что, блядь, нажми на паузу на секунду. Топовый коммент, типа, что... ну, короче, композитору, типа, говорят, и помни имя композитора. Ничего особенного, это всего лишь главная тема. Композитор, блядь. На, нахуй. Типа, это всего лишь тема из главного меню. Типа, ничего особенного. И там, бум, разъёб. Рубай. А что нужно сказать? Аниме, это последняя часть. Миша ее не хочет смотреть, правда? Не хочет, а должен. Не хочет? Это Джо-Джо. Какая часть? Ну, получается, последняя. Шестая? Или пятая? Ну да, Stone Ocean, нормально. А почему не хочешь смотреть? Да нахуй она нужна, блядь? Он мне четвертая уже не особо нравилась, если честно, блядь. Пятую посмотрел, охуенно. Что нужно сказать? Игру. По музыке. Она вот, когда мы косплеи угадывали, вот эти вот, там, где девочки были нарисованы, была такая игра. Две девочки? Нет, где девочки, вот. Были картинки? Ой, а там что-то было. Там гигачат. А, нет, это не то было? А, Сплатун? Нет, нет, две девочки были нарисованы. А какая часть? Вторая. Блять. А сколько частей у Сплатуна? Узна, три, блядь, две? Нет, две? Узна, всего две. Вторая, наверное. Давай, ебаш. Алексей, да, блядь, очки пыль, ну. Сплатун 2. Он тебя обманывает, Ладно. Блядь, там их всего две. Это Сплатун? Один? Сука! А это вообще Сплатун? Я не знаю. Ну, Джокер сказал, когда я угадал. Может быть, это Сплатун 3? Я бы насчет... Сплатун 3 есть ответил. Уже? Сплатун 3. Ебануться, блять. Охуеть. Жестко. Наконец-то, блять, наконец-то. Блять, дорвался. Ну что, блять, Максим. Блять, я и всегда в этом плох. Ты приходишь в ресторан, блять, тебе подсаживается она. Параллельно вселенной я прихожу, я говорю, я женат, говорю. Тебе подсаживается она. Стоимость. Ну, максимум. Максимум, давай, сколько там. Максимум. Я выбираю, да? Да, максимум. 2800. По 2800. Подсаживается. А чё? Блять, я очевидно трап, блять. Ну если такое подтянет, блять, в баре. Чижа, сука. Ну что, Муниверс? Давай, ладно. Заходишь ты в кабак на севере, и тут садится она. Максимум, пожалуйста. А тут 800. Отлично. А, я даже знаю, кто это. Это женщина. Блять, мужчина же. Это женщина. Ой, хорош. Это ж мамочка из семьи, да, шпиона. Если бы такая подсела, блядь, очень... ребята, вы бы меня больше никогда не увидели. Мишаня. А ты знаешь, что это за персонаж из аниме? Я не знаю. Мы бы тебя реально не увидели больше никогда. Да, я бы тебе не был. Так. Мишаня, заходишь ты в бар и... Он тут торчит вниз. Блядь. Да не. Блядь, да тян. Мишаня, сам. Ну, конечно. Блять. Здесь такие картинки на грани. Да, прям. Ну, не то, что на грани, но, блядь, какую-то долю сомнения породили. Ну, нет, ну, слишком она прям... Ну, natural, так сказать.
А сейчас такие не... О, это кто? Риска. Миша без риска. Ух, блять. Это... Ну это трап. Да это же доска гладильная, Татьяна. Блять, а трап? А что? Ну в смысле, это трап для того, чтобы препятствия преодолеть. Трап, блять. Нет, из корабля, который трап опускается тоже. Я думал, доска, думал, доска, значит... Я тоже думал, что гладильная доска. Корабельный трап, да, или перебираться там куда-то трап. Давай, Маша. За 2000 ошибиться. Ну что, Маша, что скажешь? Это за Кацуки явно. Ну, пусть смотри, будет какие. Трап. Нет, ебать. Что? Тиан. Сиськи. То есть, что сиськи есть? Что, у меня тоже сиськи есть, и чего? Большие? Огромные, блядь. Видишь? Конечно. Лёх, давай. Лёха, ебаш. Алексей, это пиздец. Блять. Да, ну не может мальчик такую жопу накачать. Пускай может. Это будет девочка. Отожрать может. Слушай, одни девочки пока, заметили? Ни одной. Ну, нет, это меня... понимаешь, Дали, такой, Дали. Вся тема, да, это одна большая ловушка, мне кажется, да, на самом деле. Кто хочет два последнюю ловушку? Показали, типа. Последнюю ловушку кто хочет? Ну давай, давай. Я не обосрался сегодня. Ну давай. Пора. Макс, захочешь ты второй раз? Бабы? Максимум, захожу, да. Максимум? Да, максимум, конечно. И тут... Да, блядь. Это девушка. Блядь, сука, это мужик. Блядь, ну конечно, это мужик. Чел. Ну все видно. Я думаю, это Максим. Максим. Интересно, у тебя вкусы, конечно. Да. Блядь, я же не говорю, что я окулиста давно проходил. Я просто извинил, подумал, что это женщина. А что, вы сразу подумали, что это мужик? Ну, у него борода, да. Блядь. Ну да. Стоит мужик. Мужское лицо, да, нихуя. Угадай персонажа. А мы увидим еще. Это соединить? Из Геройской Академии, чел? Я тоже подумал, что это Билли Хэррингтон. Я думаю, это Билли Хэррингтон. Это лучший персонаж сериалов. Их было 23. Доктор кто? Что? А где, а что, нужно увидеть что-то или что? А сейчас открываться будет. А, ну так это и вправду доктор кто? Там же будка справа, блядь, ему. Ебать, я даже не разглядел будку. Ебать, я тоже будку не увидел. Нихуя, чел из игры дракона. Дэмиан летел на том. Дэмиан знал, какой там доктор, я просто сказал. Сам персонаж. Йоши. Да похуй, я нажму. Йоши. ДДС. Сука. Как ты догадался? Угадай персонаж. Нет, это легко. О, так это, я это, знаю. Это он? Это циклоп из X-Men. Сука, Максим, блять, а я такой думал, блять, слишком дефолт, какой-то анимешный, блять, ёбка в конце. Нет, началась. Видны эти глазки. О, ебать, это что-то скрыто. Я даже не знаю, Джокер, что вы знаете, как его зовут. Оззи Осборн, блять. Страшное. Вот тут надо сказать, как его зовут. Это ну, не ладно. Лысый чел. Имя, фамилия? Семейки Адамс. Не, просто как его зовут. А, это этот, как его, блядь? Это Фестер Адамс, нахуй. А, он с нами. Жёстко. Блядь, Миша, не благодари, нахуй. Не, я так и понял, что это он, я не мог просто вспомнить имя, блядь. Это из Соника. Из Соника, да, подруга, блядь, а как её звали-то, нахуй? Дракон. Роза там её как-то, или... Роза, кстати, похоже. Роуз. Слушай, по-моему, так и зовут. Да похуй, может нажмем? Ладно, давай я попробую. Ну, попробуй. Роуз. Не, не Роуз, блять. Ну что-то но похоже. Похоже, да, что-то такое. Ребята, вам бы лучше быстрее ответить, потому что сейчас... Не, у меня других идей нету экран, просто. Мне кажется. А, Руж. Почти, почти, почти. Сука. Автор попака там, Соника. Блядь. Бля, мне страшно на покемоне, если честно, что будет, блядь. Угу. Спецагент Арчер, блядь. Бэтмен? Что это за Бэтмен? Персонаж? Бля, Бэтмен, нахуй. Бэтмен, Бэтмен. Не-не. Мне кажется, слишком легко бы было на этом, на вопросе. Принц Перси. Это какой-то... Пиздец, наёбка здесь. Бля, конечно. Хочется ответить, если честно, но... Ну просто глаз меня смущает. А, ну ясно, блять, немножко поспешил, конечно. Там поверху. По-моему, понятно. Больше не будет. Или будет еще одно? Вроде не будет больше.
А, ну, не, блядь. Кто это? Кто это, блядь? Ты бы ответил уже, да, Максим? Да, конечно. Ну, у меня есть, ой, конечно, ну, похуй, черная попробуй. Пантера, блядь. Пиздец, это реально черная пантера, блядь. Ёбаный рот. Я, блядь, смотрела на эту шерсть так долго. Не, ну что-то долго я, блядь, допирал. Была идея, конечно, но что-то как-то я ее отвергал, блядь. Я вижу кровь. Я сапоги. А я плащ вижу какой-то. А я плащ вижу какой-то, да. Кто-то кого-то ебашит, походу. А может, это Мистерио, кстати, где-нибудь? А, это походу... Это Чудо-женщина? О, это, да, сука. Ну. А, ёб твою мать. Это из Лиги Легенд кто-то. Не, а это точно из Лиги Легенд? Это не Лига Легенд, это же шапка, видишь? Игра. Шапка, да. А, Bloodborne? Шапка. Кукла? Mm-hmm. А что нужно сказать? Ее звали. А я хуй знает, как ее звали. А у нее имя есть? У нее фамилия, да? Да, не, ну есть просто имя. А ебёшь, я кукла, блядь, похуй. Леди Мария. Да ебанёшься, вспоминает там. О, ну тут я мои полномочия. Бля, мне кажется, тут такая ща порнуха будет лютая. А, не, да. Это Пеппа за Фрог. Что у него за блюрина нахуй? Это Пеппа за Фрог, блядь. А что за блюрина? А, блядь. Так, подожди, ну это у меня есть. Есть шанс. Что за Бэтмен? О, это Бэтмен, потому что я Бэтмен. Ну это Лелуш. Погряный. Или как там его? Джибуно. Джибуно. Что за покемон? Ну это Элой из Хорайзена. Солай, блядь. Солай. Солай. Ебать. Летающая тарелка. НЛО, блядь. Нахуяся. Не, это кто-то вылезает из какой-то хуйни, видишь, там рука как будто бы. Это Йода, нахуй. Да. Это из этого... Это чувак из глаза вылезает. Муньерс, это где бур пробурит небеса, это из Гуррен Лагана, кто это? Кто такой Гуррен Лаган? Ты нашел кого-то, блядь, по Гуррен Лагану спросить? Кто он там? Антиспиральщик. Блядь, пиздец, блядь. Ну это вообще, я ёбнешься, блядь, вопрос. Что за покемон? А. Горшок. Да, он и есть, блядь. За 2000, что за покемон? Ведьмочка. Маленькая ведьмочка, да. Это же какой-то Чиполлино, блин. Ну, Чиполлино, слышь? Нихуя? Не, это Снус. Снус Мурик. Снус, блядь. Реально, Снус Мурик, блядь. Что за покемон? Эйнштейн. Джокер. Что? Не, не Джокер. Джаггернаут. Эйнштейн. Пробуй, Эйнштейн. Так Макс сказал Эйнштейн, ебать. Да, ничего не засчитано. Ой, блять. Русская рулетка. Последний раунд перед финалом. Че за русская рулетка? Что за русская рулетка? Ого. Так, ага. Начнем с 300. Вопрос с секретом. Нужно, ага, отдать. Ну русская не рулетка, сумеешь, блядь, не сулит ничего хорошего. Полторы тысячи. Да полторы тысячи. Назови число от 1 до 6. В случае, ну, если ответ совпадет с твоим числом, ты теряешь половину очков. О, блядь. Погоди, ну, в случае, если ответ совпадает с твоим числом... То есть, если ты правильный ответ угадаешь, я тебе половину очков приду. Да, а если ты... неправильный, то получаешь, блядь, очки. Блядь, два! Если неправильный, то он получает, да, очки? Да, да. Если правильный, то он получает. Если правильный, по-моему, то... Просто по-моему, скажи, да, правильный, и все. Не-не, в случае нет ответа... А. Вот. Ну, то есть, если бы он сейчас назвал... Если первым, бы я один сказал, то я бы, да, проебал, да. Это типа, нет, как я заряженный пуля. Половину всех своих очков потерял бы. То есть, да, мне, да, бы, да, срезать надо было. Нет, срезать не надо. Если бы он угадал, да. Бля, ну давай. Блять, ненавижу такие, сука, вопросы. Надеюсь, ну, финал не такой же будет, блять, дебильный. 4? Да. Я тоже не очень их люблю. Миша мог сейчас потерять 15 тысяч. Максон. Угу.
Это три косаря. Три косаря, да. Один. Блять, хотел что-то сказать, вы не поверите. Можно оставить себе, кстати. Ребята, один беспроигрышный вариант, советую ему. Я сыграю на своем любимом. Четыре. Пизда, умер мужик, блядь. Ну два раза один было. Чуть не убил тебя, да. Стреляль, Кур. Да я один префайром. Не может же три раза единица быть, правильно? Блядь, хуй знает. Ты ж крутишь барабан, хуй знает, как она там спускается. Ну, блядь. Ну не может быть три раза единица просто. Ну давай попробуем Мишаню убить еще разок. Да, Мишаня, надо пробовать. Хуяли, баня-то упала меня, блядь, а? Ебать, убивают нахуй. Там нормально будет. Это 6. Три раза единицы не может быть. Ну 6 тоже не будет. Там 5. Ебать. Серьезно, там 6. Оно выстрелило. Ебать. Минус 15. Ебануться нахуй. Спасибо за мое убийство, Алькор, блять. Ебаный в рот, блять. У меня был шанс выиграть, блять. Просто Алькор мне взял его нахуй и вот так вот, блять. Еб твою мать просто, блять. Ребята, я убираю. Что такое свой джек? А хуй знает. Сука, вот тупая джек. Хуйня не дает победить, блять. Что за хуета, блять, а? Ой, сука. Давайте игру угадаем. Бля, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас я зальюсь, нахуй. В любом случае, никто не вабанк, тот пусси, правильно я помню? Ебану. И вот это надо угадывать? Бля, я знаю ответ. Думаете, это игру нужно сказать? Да, угадай игру. Я ответил, мне похуй. Это за в принципе, можно понять, что это за игра. Я, блядь, уверен, что это. Если не она, я охуею. Я тоже охуею, если это не то, что я написала. Я понятия не имею, что это, блядь. Ну тут вроде бы все очевидно. Ну завались, блядь, у него и так дохуя очков. Он смотрит, блядь, на кружку с чаем. Или пустую. Что это, блядь? Что ребята, это? Время идет, ну давай. Блять, рот ебал. Кто это? Скажите, все блядь. Итак, давайте ознакомимся. Ответ про колеса. А, капхэд, блять, это ребус, блять. Ну ты слушай, ты как-то много этих... Ну ладно. Это ребус, блять, ебануться. А Миша мог выиграть, да? Или уже выиграл? Возможно, уже выиграл. Если он ответил капхэд, да, он да, значит, выиграл. Ответил капхэд. Нам кружка? Даже срез половины очков. Я вообще не понимаю. Бля, блядь, не сдались нахуй до конца, блядь. Против Алькора, который меня срезал, блядь. Так я тебя не срезал, я тебе говорил один. Срезал меня нахуй, кинул просто на последнем подставу, блядь. Ты друзьям не веришь, блядь. Я тебе даю пистолет и говорю, в первом нет патрона, и ты такой, 6. Ну я же в первую очередь на себя надеюсь, блядь. Так, блядь, Мишенька, примите мое поздравление. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Отлично, парни. Отлично.